Видел цель, верил в себя, но не заметил препятствия. На Садовой улице водитель китайского седана уверенно мчал в правой полосе, где был припаркован небольшой фургон. Оттуда как раз выгружали товар. Похоже, препятствие торопливый водитель заметил уже на последних метрах. Пространства для маневра не оставалось, так что седан ушел на тротуар, где в этот момент не было пешеходов, и врезался в здание. Водитель фургона, который разгружал товар, похоже, и вовсе в рубашке родился. Да и виновник аварии, в отличие от автомобиля, избежал серьезных травм. Нормально.